Полиция Нью-Йорка спешит успокоить горожан и туристов. Сообщения о стрельбе в аэропорту Джона Кеннеди не подтвердились. Сегодня утром там была паника, сотни человек были эвакуированы. Как говорят в полиции, сразу несколько пассажиров сообщили, что слышали выстрелы в главном терминале, поэтому и было принято решение закрыть терминал и вывести оттуда людей. Но сотрудники правоохранительных органов так и не нашли никаких свидетельств стрельбы. Не подтвердилась информация о том, что из-за выстрелов были отменены многие рейсы. В аэропорту сообщили, что перенесли всего два рейса, да и то из-за плохой погоды.